летать с пеноплоты с пенерасами играть. Потом как будто что-то менялось. Получше. Там хотя бы за Клери впрягаются. А мои рейтинги всем похуже. Вам пиздят, лес никогда не стакнут, магант никогда не приду. А я помню, ты что-то сидишь и газовый нифига трудно здесь так. Это гуля хороший здесь был. Давай, крипаса. Блять, антимаг такой хуёвый здесь. Ай, нахуй тут антимаг, блядь. Там ноль интервиков, ноль. Я не знаю, у нас опять дэмэджа не будет. Игорь, тебе дэмэдж нужен, вот кто будет бить? Ну, она будет бить, лич, да. Кто будет бить? Ну, просто время нужно. Бить-то антимаг будет. Ну, типа, кого не пикать? СФ, ну, блядь, СФ нужно фарм. У него стана еще нету. Антимагу надо просто дать время. Ему надо было что-то другое пикнуть, да. Кого-то. Ты, кстати, видел, что пик дракона через манту собирается? Кого? Через манту, манту стайл. Драгонайт. Кто? Ну, короче, Драгонайт? Да, он собирает аганим. Ну, использует ульту. И использует манту. И эти иллюзии бьют почти что как сам Драгон. Такой же дэмэдж. Это очень сильно. Во-первых, эти иллюзии могут летать через препятствия. Как Баранар, в общем. И их фиг убьёшь, блин. Блядь, ну как мы сейчас хуй пососём на линии, блядь? Since I vowed to reclaim our homeland, I have never made a staunch oath. But I swear, this one is in the bag. I... Кто на миде будет стоять? Умник, что ли? А кто в меню был? Не, сейчас же нет уже. Закончилось мое это. Здесь ты потеешь на этом аккаунте? Ну я стараюсь, почему я на каждой игре стараюсь выиграть. Yes. На земле я тоже старался выиграть, но я просто не горел там. Там без шансов на победу, блять. Там с этим самым вообще не выиграешь, там чисто реально соло играет. Я тебе говорю, как было там на Траксе. Ну вот на этой, на YD там, в принципе, вся команда вроде как. Stand aside. I... They cannot hide. Why not? Deny! Ah, yes. Stands against me. Make way.
side. Tunatiza waits. First blood! No match for me. They cannot fight. Radiant's courier has been killed. By the gleam of my home. You dare not. Как у вас линия? Изи. Плохо. Cross them on the hoof. The thunder of hooves. Ah, yes. Wait in here, sir. Yes. Oh. Да? Тащился, что ли? Вам нужна помощь? Походим совсем понятно. Yes. Да нет, пока вроде не нужна, стоим нормально. Да я все равно у меня будет сдох. Пойду к вам.
у меня ульта нет. Вижен стоит. Либо здесь вижен стоит. Либо пушка вал. Да мы пассивная линия к нам гангальдит. Два пассива. Such fight is mine. Attack! Dire's courier has been killed. I approve. Yes. Yes. They cannot hide. Горек. Ёкмакарёк. Горилла, горилла, курила, ебала рапера. Горилла, горилла. Пайп собрал пуч. Раз, кто сейчас кушать пойдет. Пера любят пенисы, ну а я люблю рэперов. У нас скала парация, я им хуя не пидор. Ужас. Ты музыку придумал для нашего коллектива должна? Ну да, да, да. Скоро будет. Скоро, скоро, будет внезапно. Я уже придумала первый план. Саша, а ты что не играешь? Вот, хочешь мне нервы сохранить? Блять. Решил от своей нервы. Я хилю, брат. Что ты сказал? Решила, говорю, свои нервы это сохранить. А да. Твои сохранить. Понятно. Ну, мы будем еще расходники заходить. Your middle tower is under attack. The thunder of wolves. I make way. Хочешь пуджа? Radiant's courier has been killed. Ah, yes. Он путь шо. Не влекающий. Stand aside. I believe in my first mate. Mind if I hold in winter warrior. Кем играть, что делать?
Ох, ебать, пизда, мой морг. Point taken. They cannot hide. Your middle tower is under attack. Тут вот девушон. Yes. Конечно, вот, ебаный, закончусь. Bottom tower has fallen. The thunder of wolves. Тройка, что ли? Чё это? Давай, тройка, говорю, пятёрка. Ай, а чё делать нахуй сейчас? Ходи со мной, либо с Баганаром. Волна, сейчас даже в драку полетим, если чё. Подмит ли чё, наверное, уже отвезли? Чё подмит? Надо решать всё. Оставлю тебя, Митс, пушим с тобой? Блять, обратно не надо было. Тут нахуй засада, блядь. Как ты кушаешь ее? Подняться, мои пираты! By the gleam of my own. Ah, yes. Ah, the thunder of wolves. Bloody crazy. Так, да, герой, has fallen. They cannot hide.
крабы скушать. Вот она подрабала. Это за Дефенис, антимаг. Вон три героя стоят, они пойдут, да, один. Ну, у него так-то быстрый БФ. Если он не долбоёб, мы уже, можно сказать, выиграли. Я с ним хорошо отстоял, я вообще очень хорошо залайнил. Там я бодиблок получился. Ну, получается, засолил, да? А, ну, то, чтобы засолил. Make way, a taste of my power. Можем подраться. Лишь подходи нам. Who else has such a horn? Подраться, мои пираты. Это еще никого не убили, да? А как так? Ну, у нас дэмэджа нет. Ну, про что я и говорил. Что не будет дэмэджа. Будут вести, а никого не убить не будут. Да причем хороший файт был. Позиционка нормальная была, та вас спушили. Типа, на башке. Антимаг тут же вообще ничего не делает. Если бы была в стиллер. Вообще для лайфстиллера, типа, кроме Сларка, вообще, ну, типа, фри игра. Там умник есть. Если умника не побежишь. Ну, антимага как-то. Антимага тут сотка умника. Его и мост должен через ульт. Я не понял, куда он делся. Немножко затянуть нам на минут 10 и антимага качать героев. Если на антимага ебануть, то хоть фарм неплохо фарм. Ну,
Все бежит. Где-то на вардах скорее. И туда. Сало прожмите. Саша, настройки были изменены. Умное применение на себя не было включено, не смог его навести. Я как хуёво. Хотя почти что его. Mine. I'll trample them. I... Stand aside. Not yet. I shall find them. They cannot hide. Yes. Which my matriarch would prize. I approve. Сделаешь так здесь? Ай. Point taken. Yes. Идем боковой на эсклаках, друзья. Можем с ним подраться ночью. Макейс? А я... Пока ночь, идите, может, подожди. Блядь. Я не понимаю, что антимаг делает. Он так долго убивал белку. Хорошо, чему только двое сдохли, они там тройка, пятерка и кера. Пуджа нечем пробивать вообще. Какая разница?
Жалко, жалко. Что там Саша говорит? Да, наш играл на моем аккаунте, говорит, ебать мусора на моем, говорит, рейтинге играет. Вообще, блядь, это раунд. Да ты реально играешь на героя 3 где-то. Вот точно, да. Особенно на саппорте. Ты на саппорте играешь? На саппорте играешь. У меня килла тут не стыдно, соло его. 3 у меня килла, мой мидер 1-1, мой кэрри 1-3, моя тройка, своя 0-4. Тройка, блядь, что такое у меня? Смотри, летят ко мне на скрине, сейчас полно. Не разобьем здесь, не разобьем. И что, блядь, тройки? Я сладко внимание привлек. Видел, как я сварка байтила фонтан? Да, да, да. А вы пока их пиздили. Легко? Ну да, так мы начинаем нормально. Балнар надо аккуратнее. Your bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. Нету, да, здесь нету, где? Выйдите с файта, выйдите, Паланар, блядь, нахуя. Your middle tower is under attack.
Да, рыба. Заебал уже. И вот этот. Это медик. Торн. Торн from ligaments. Короче, гоним, да, по поинтам, чтобы остановиться. Выиграем, кем надо. Сука, блин. Как же долго ульта без пана, куда уже апнул этого героя? Да не, мне не надо. А как же долго кастуется ульт, блядь. Ну его заранее надо пожимать же. Ну я заранее сразу нажал, как только он куб в него только летел. И то я не успел. Надо под героя. Ты знал, что глобал мне каст ульта сбивает? Да, да, ты говоришь, что Сава тебя сбивает. Его слишком сильно обузили в про доте, поэтому занерфили. Ну да, что можно было даже под станом летать, это было заебись. А я-то, кстати, не увидел никогда этого виспа. Я играл на таком рейтинге, который, на котором виспы не играют вообще. Почему виспы не играют на высоком рейтинге? Нет, я тогда был где-то на 3 или 4. Там все было пофиг на виспа. Вообще-то висп дохуя делает, она просто ценит так вообще дохуя. Рэперы съебали свои целки, растеряв. Гуки отправляют похоронки матерям. Насхуй сосед твой трак, пронапал он по утрам. Рэперов, не удивляйся, это Северный Вьетнам. У меня просто ничего не будет делать. А чё вы с Сашей вместе не играете? Ну тебя ж не запустится, блядь. В смысле, почему тут я вообще? Да мы вчера играли, в пати, если играть. А, ну тогда вчера, когда да. Вы меня кинули? Да мы тебя не кидали, блядь. А что вы сделали? Блядь, ты тебя хуй пойми. Я что-то не хочу, только в фулл-пати буду на лоу-рейтинге играть. По-другому не буду. Ладно, я пошел на мейн. Похуй, я потом, ну, мне сначала они сказали, мы не будем играть, потом говорит, похуй, пошли. Я же сказал, я типа, вон гоу с ним сыграем, на, типа, я зайду на другой аккаунт. Блядь, Игорь, вот ты как блядь, баба ПМСная, я тут не буду, чё, а вот блядь? Так я ебу, блядь, когда ты чё будешь, нахуй. В смысле, я ж тебе написал все четко по-русски. Или тебе в стихах надо написать, блядь? В стихах, кто меня убил? Кого? Меня, чисто случайно, Клинц, нахуй, долбил кого-то в твою срыву, я попала молния, блядь, на 3 километра. Какие у меня кэрри такие не выпали. Просто не выпали. Ну, давайте я пока встанем, дадим тебе, потому что нет шансов.
Чего антимаг дрочится у последнего? Дай ульту, все, блять. Двойная ульта белки, так и ж пиздец, твою мать на антимаге пидоровка ебучая. Каждые две баню этих антимагов. Что тоже, блядь, на антимаге начать играть? Ну, не так ебут. Нет, Саш, не надо. Все пидоровки вообще. Антимаг сложно. А что ты тут каждые две пидоровые игровой хуйня? Всегда баню, всегда у меня в бане. Почему так? А ты еще и на зусике так не меня. Ну? Почему он ульт, блядь, дает всегда в самый последний момент? Че рофлит? Как у Дэвид, кстати, все играют, блядь. Самый, блядь, последний момент. Настолько последний, что он не может вздыхать, блядь. Ответь мне, Александр. Потому что антимаги пидовки. Без антимага не хочется вернуться. Баронар ноль фаер собрал. Почему не башра, блять? Хотя да, логично. Там делать на баллоне, блять. У него же ГОСТ. А у него ультит. Может быть. Только если Снарк не поможет. Хотя у него БКБ есть. А он вроде убивает ее. Изи. Внизу крипов пиздец, ёбнешься. Я сейчас зафармлю. Не надо. Без не надо. А что мне делать? Помогать что ли? Я буду уже фармить. Нафиг тебе фарм? Ты вообще по-хорошему мог бы купить урну у Грэджина. Заканчивается. Не надо это предметно. Вообще без предмет. Нет, у меня летит важный предмет. Слушай, ты можешь тоже ливнуть, чтобы интересно не было, честно? Я слишком много даю команде, да? В смысле, ты себя сравниваешь с драконом?
Тигр, мне интересно об этом разговаривать. Опа, сюда. Такси, нахуй. Её ж там типать ночью. А вы что, Элдер Титан? Командир. Ребята. Ебать, ты куда полетел? Не знаю, чем Балана решил задавить, когда можно было просто пушить дочь разум. О! Этот человек мне про Магнусов рассказывает. О, блядь! Это не вообще не завершал игру нисколечко. Заебись, ты копнул, конечно. Ну опять не выпало. Вы проебываете замес сейчас. Как антимака, блядь? Я не понимаю, что он ждет. Это хуйня. Зачем надо было вообще давить сюда на Баланаре? Ну бей хай граунд стоит. Там проблем, блядь. В чем здесь ты? Знаю свой. Бегаю, выбегаю. Без твоей привязки. Ломай. Жал, он также бился. Антимаг, нифига не бил, антимаг в АФК стоял фотку. Ждал РП по пятерам. Я не могу дать РП по пятерам никак. Надя, привет. Привет, Саш. Не пизда. Иду, иду. Давай на меня, на меня, на меня, на меня. Стань за мной, за мной стой. Я всего лишь. Где свои? Блин, сейчас я начну 4-7. Моя тройка целая, 2-12. Я не могу сделать. Ну, 5 на 4, не можем выиграть. Ты его будешь, да, хотя бы? The enemy's top barracks has fallen. Make way. Третий сторон спустился. Ну, ПТС не сталкивался. А мы как раз закончили себе. Правильно,
1600. Я проебал только что слово. Так, ладно, Антимана можно комендовать. Так, это все сухо узнает. Фига, у тебя расчет, конечно, 1.8. Да, ты чё, крыса, блядь? Ты кому говоришь? А сколько я выхилил, блядь? 17 тысяч, блядь, на виспе. Так больше некому хилить в нашей команде, конечно, ты вот и не выхилил. А вообще хорошая игра, это 14 тысяч, а я снижу. То я с ним пойду. Что? Ну, это ты с ним пойдешь, это челом, не со мной. А я была пусть. Че мы делаем? Так, я, наверное, буду ставить вас. Так, да. Ну, не будем ничего объединять. А Саша что, одна пойдет? Красна один. Подожди-ка, сейчас секунду. Что-то есть, Вадим? Он вообще на рандоме бежит в наш лес. У них был... Прям за тобой? Да. Там был вард, короче, в кустиках. О, меня два человека приглашают. Хочу сказать, не перекрыть. О! Короче, все равно странно. Там Вадь стоит, он на рандоме бежит именно в ту точку. То есть не куда-то там в лес, блядь. А именно в ту точку. Но там, когда я стоял в фармину, меня было видно только, короче, когда он подошел, меня, ну, не гвард спалил, а гвард, то, что он туда подошел, не меня увидел, и начал на меня типа бежать. Так, ну, давай, объединяемся. Слишком много сад на квадратных местах. Я хочу играть в пати. Я лично сошу. Ты на пятерке, да? Не знаю. Что? Это у тебя фетиш такой? Саня, алло. Саня пошел попинкать. Чего он пошел? Попинкать отошел. Короче, скажи ему, что я особо пошел, я не хочу с ним играть больше. Скажешь? Он сам ему ставит. Не-не, я не боюсь ему говорить. Скажешь ему? Так. Ну ты, Игорёк, блядь, перепочек. Саша, у меня для тебя плохие новости. Чего? У меня для тебя плохие новости, хотя нет, хорошие. Игорь, ты бы не хочет. Потому что он сказал, что он дурачок, поэтому он не хочет играть. Я не так сказал. Ты на ком будешь? Да он еще не пришел, ты часам с собой разговариваешь. Я же слышу, что он разговаривает. Да он далеко еще. Сашмок Игорь очень мечтает с тобой пообщаться. Жаждет встречи. Правильно. Я за порог сразу менялся. Игорь, чего обзываешься, пока меня нету? А мне кажется, я могу начать с Сашей с рыцарем один. Нет, ты не можешь начать с Сашей. А мне нужен архон, видимо, да? Да? Ну, апай. Саня, апай Сашу до героя и будем играть все вместе. Угу. Как единая семья. Дочерская. Че ты на саппорте будешь? Да. Опять на пятерке? Подсасывать кого-то?
Подожди. Блядь, Игорь, заткнись. Давай, может, вместе пойдем. Не подожди вообще. Так он что, ты бы слышал, что он говорит? Я ничего не говорю. Говорит, опять твоя пятерка будешь сосать у кого-то. Я не говорю так не сосать, а подсасывать. А как ты сказал? Я не говорю так грубо, Александр. Пиздец, ты так грубо и сказал. Мне. Я сказал, ты, короче, ладно, не важно. Подождите, да я... Пиздец, Игорь, сам на меня обижаешься, а Надя тебе... Ой, сам меня обижаешь, а Надя тебя защищает, пиздец. Блин, может сыграть либо на Свене, либо на МК? Может, в харду пойдем? Какой харду? Да ты что такой злой-то? Я предлагаю тебе просто. Я не хочу на корах играть, я хочу играть на саппортах. Почему? Потому что в этом рейтинге мне проще на саппортах играть. Мы можем в харду, вот четверка, я тройки сыграю. Нет, иди, пожалуйста, в мид, все, и не еби мне мозги, я, чтоб я с тобой не пересекался, нахуй, по игре. Почему? Почему? Чё смешно? Почему ты не хочешь со мной пересекаться по игре? Ну, потому что вы токсичный, Игорь. А нахрена мы тогда в пати играем, если ты не хочешь пересекаться? Ну, что я убрать неплохо. Ах ты, блядь! Циничный. За что? Ты, получается, играешь со мной просто что? Потому что я типа играю нормально? Да. Ты уже заметил. Я пойду в соло тогда. Че? Я в соло пойду, у вас такие отношения. Опа, дурость. Да так-то могли вместе сыграть, чё, вон в пятером как раз. Чё играть по отдельности-то? Слышь, скажи Саше, чтобы они следующие начинали. Да я уже не буду Next and Last играть. Почему? Чтобы потом сериал пойдём сериал?